Когда встречается топ-сборная и, скажем так, далеко не топ-сборная, всегда хочется спрогнозировать какой-нибудь крупный счет. Топ под топ, как говорят у нас в редакции. Но, если серьезно, слабых команд не осталось, и это утверждение звучит в последнее время буквально на каждом углу. Так что давайте проверим, насколько оно правомерно. Сегодня сборная Бразилии играет против сборной Перу. Как ты думаешь, какие задачи команды решают вот в таком товарищеском матче? Ну, мне кажется, матч, если и не представляет особого интереса для болельщиков, то для нас и для самих игроков он очень интересен, потому что новые тактические схемы, и игроки хотят себя, разумеется, проявить. И посмотреть на все это чрезвычайно любопытно. Состав сборной Бразилии сегодня. Перед нами классическая схема 4-3-3. Игроки на флангах будут активно подключаться к атакам. Второго января 27 года состоялась первая в истории радиотрансляция футбольного матча. На стадионе Хайбери Арсенал встречался с Шеффилд Юнайтед. Кроме этого, Арсенал был первой командой, которую показывали по телевидению. 16 сентября 1937 года в товарищеском матче встретились основа и дубль канониров. Сборная Перу играет сегодня в таком составе. Игроки на поле выстроились по схеме 4-5-1. На эту игру тренер избрал ярко выраженную атакующую модель. Прозвучал свисток, игра началась с мячом сборной Бразилии. Жезус. Коутиньо. Жезус. Роберто Фермин. Коутиньо! Ну это просто супер вратарь! Бразилия подаст угловой. Подает Неймар. Опасно! Фермино. Маркиньос. Хотят они довести мяч до верного, чтобы уж наверняка поразить цель. Йотун. Казимир. Роберто Фермин. Алвес. Есть хороший адрес для передач. Коутиньо. Жезус. Тапия. Йотун. Есть шансы в этой атаке, пока она продолжается. Неточная следует передача, и команда теряет мяч. Дуглас Коста. Роберто Фермин. Как он работает с мячом! Всех обыграл! Хороший момент, но удар не достиг цели. Жезус. Неймар. Коста. Удар по воротам. Угловой подает сборная Бразилии.
Навешивает Неймар. Жезус! И он мажет из выгоднейшего положения. Мы уже были уверены, что счет голам в этой игре будет открыт. Однако точности не хватило. Фарфан. Хороший пас на ход. Штрафную подачу есть там кому сыграть. Вратарь легко забирает мяч, но не бросит в свои ворота. Коутиньо. Казимир. Коутиньо. Фирмино. Жезус! И они все-таки забили. Счет в матче открыт. Вела команда игру, контролировала мяч, создавала моменты и забила вполне заслуженный гол. Знатный гол получился, что и говорить. Посмотри, как момент поймал, идеально выложил мяч партнеру. Да, и записал на свой счет голевую передачу. Еще раз посмотрим. Хороший удар. Получилось удачно навесить, и партнер не подвел. Отправил мяч в сетку ворот. Сборная Бразилии сумела выйти вперед. Игра продолжается. Тапия. Может получиться интересная атака. Коутиньо. Неймар. Казимир. Дуглас Коста. Друзья, вы поворотом-то бить собираетесь или нет? Пасы это, конечно, хорошо, но надо же голы забивать. Неудачная передача. Мяч прямо в ноги сопернику отправился. Подавай! И подает в штрафную. Кто там выиграет мяч? И покидает мяч штрафную. Похоже, они решили поиграть вдвоем. У защиты оказывается мяч, тут опасности нет. Адвинкула. Тапия. Пас на ход, может быть интересно. Джефферсон Фарфан. Да ну, это совсем не понятно. Дуглас Коста. Виейра. Соперник среагировал раньше, чем мяч добрался до своего адресата. Джефферсон Фарфан. Клаудио Писарро. Мяч в руках у голкипера. Можно было пробить и получше. Филиппе Коутиньо. Неймар. Андре Карильо. Тапия. Фарфан. Адвинкула. Развивается эта атака. Что-то из этого может получиться. Потеряли они мяч. Теперь надо отходить в оборону. Свисток арбитра объявляет нам о завершении первой половины этой товарищеской встречи. Играют сборные, играют хорошо, и сейчас команда уходит в раздевалку, ведя в счете с разницей в один мяч. Да, действительно, очень неплохой первый тайм мы с вами только что увидели. Ну и действительно, одна команда сильнее другой, вот буквально на один гол. Прозвучал свисток, игра началась с мячом сборной Бразилии. Роберто Фирмино. Как он работает с мячом, всех обыграл.
Хороший момент, но удар не достиг цели. Жезус! И он мажет из выгоднейшего положения. Мы уже были уверены, что счет голам в этой игре будет открыт. Однако точности не хватило. Фирмино. Жезус! И они все-таки забили. Счет в матче открыт. Вела команда игру, контролировала мяч, создавала моменты и забила. Продолжается наш матч, второй тайм. Клаудио Писан. Джефферсон Фарфан. Алисон. Дани Алвес. Роберто Фирмино. Филиппе Коутиньо. Жезус. Бразильцы с мячом, они идут вперед. Ну вот, стоило только заговорить не об атаке, как они потеряли мяч. Мяч перешел к другой команде. Хороший первый тайм он провел. Отлично он сыграл в первом тайме, и шансов у него было предостаточно, и в итоге он сумел все-таки поразить ворот соперника. И думаю, во втором тайме задача ясна. Сыграть как минимум не хуже. Джефферсон Фарфан. Навешивает в штрафную. Есть там кому сыграть. Вынос. Мяч не задержался в штрафной. Марсело Вьейра. Дуглас Коста. Жезус. Дуглас Коста. Неплохой был пас, но соперник эту передачу прочитал. Положение вне игры. Замена. Состав обеих команд сейчас несколько изменится. Неймар. Навес находит вратаря. Вряд ли так было задумано. Жезус. Я думаю, прессинга мы от них не увидим. Будут они ждать, пока мяч к ним сам придет. И уходит он от опеки. И есть вариант, куда сделать пас. Неймар. Мяч выбит. И это конец перспективной, в общем-то, атаки. Филиппе Коутиньо. Дуглас Коста. Жезус. Мяч потерян. Тапия. Без всяких усилий перехватывает. Пас на ход партнером. Вильян. Филиппе Коутиньо. Это угловой удар. Подает Неймар. И удар! Но это совсем мимо цели. Удар из лета получается сильный и красивый, когда мяч хорошо ляжет на ногу. Здесь же явно не тот случай. Неймар. Ловкость ног и никакого мошенничества. Это про Неймара. Защитники хотели бы затаскать его по судам, да не выйдет. Хоть бразилец и обыгрывает соперника строго по правилам, но все равно тот чувствует себя обманутым. Кажется, появляется возможность для потенциально очень опасной контратаки. Хороший пас на ход. Забивать можно! В офсайде игрок, по мнению судей, ничего себе!
Готовится выйти на поле свежий футболист. Думаю, его задачей будет грамотно сыграть на удержание преимущества, хотя иногда такие футболисты не попадают в игру. Марсело Виейра. Пошли последние 10 минут игры. Стадион захлебнулся буквально в эмоциях. Непередаваемый накал. Ключевой момент игры сейчас наступает. Да, тут либо пан, либо пропал. Поэтому эмоции и бьют через край. Нужно сейчас найти в себе силы на хорошую подачу. Это может быть их последним шансом сегодня. Центр штрафной, мяч направлен. Фернандиньо. Неймар. Фернандиньо. 5 минут есть у команд до конца основного времени. Рамос. Неплохо атака развивалась, но мяч потеряли они. Классный перехват. Неймар. Вес Неймара. Не закончился еще момент. Опасно может быть. Слушайте, какая культура паса все-таки у него, а? Табличка в руках четвертого судьи. 3 минуты добавлю. Бразильцы с мячом, они идут вперед. Есть удар! И забивает Бразилия! Заслуженный гол. Они просто расстреливали вратаря при полном попустительстве защитников. И рано или поздно это должно было случиться. Сегодня соперник ничего не может им противопоставить. И они, конечно, это чувствуют. Поэтому играют раскованно и очень уверенно. Счет 2-0. Укрепила команда свое преимущество. Тапия. Все, финальный свисток. Сборная Бразилии побеждает сегодня. Может быть, в этом матче какие-то наработки, моменты тренеры и увидят. Но я, честно говоря, не увидел ничего. Возможно, что-то увидел Константин Гильдич. Ну, мы с тобой смотрели эту игру вместе. И, по сути, ничего нового, экстраординарного мы не увидели. Действительно, кто знает, мы с командой вплотную не работаем. Что там в головах у тренеров творится, не знаю. Просто констатируем поражение. Прозвучал свисток, игра началась с мячом сборной Бразилии. Роберто Фирмино. Как он работает с мячом. Всех обыграл. Хороший момент, но удар не достиг цели. Навешивает Неймар. Жезус. И он мажет из выгоднейшего положения. Мы уже были уверены, что счет голам в этой игре будет открыт. Однако точности не хватило. Фирмино. Жезус. И они все-таки забили. Счет в матче открыт. Вела команда игру, контролировала мяч, создавала моменты и забила вполне за... Филиппе Каутиньо. Это угловой удар. Подает на него. И удар. Но это совсем мимо цели. Удары с лета получаются сильные и красивые, когда мяч хорошо ляжет на ногу. Здесь же явно не тот случай. Бразильцы с мячом, они идут вперед. Есть удар! И забивает Бразилия!